Что вы без меня делали? Это не это ничего в гугле. Ну дальше что? Оставить кругом атаковать бал, ебать, не убивайте. А вон звал, вон. Блять, я вызвал этого говноеда, блять. Как его теперь отменить, блять? Такой завал. Вот, вот завал вот где стоит. Я убегу, короче, блять, чтобы он их не убил. Он тут. Бежим, бежим к завалам. Покатился, покатился, покатился. Еще раз надо. Еще раз сломал, кажется. А, блядь, еще пиздишь меня, мразь. Все, я зашел внутрь. Тебе можно их смело угандошивать. А кислород-то не закончился, пацаны. Тут нету. Пойду, короче. Берите, чё. Да? Я взял. Так, теперь либо ему, либо тёлке. Давай лучше тёлка, она с тёлкой эту пизду хочет сделать. Это дробовик взрывной даст это. Кто даст? Тёлка? Ну, мужик. Мужик. Теперь уничтожу. А если... Тёлку, тогда она лазер даст, по-моему. Давайте дробовик. Не похуй, да, дробовик. Уничтожь, как его уничтожить? Что, как его уничтожить? Ты без понятия. Катить световой реактор в лаву, нахуй. А где реактор-то? Может, тебе с ним надо прыгнуть? Что? А световой реактор в штольце? А, у всех он. Или чё? Чего хотите? В лау. Надо было просто выкинуть этот реактор в лаву, нет? А где он, блин? Ну в инвентаре нету ничего такого. А, может быть, блин. А смотри в машине. Сейчас, опять тек. Не, нету ничего такого. Да, нету. Щиты. Отнести световой реактор в спринт или скатить световой реактор в лаву. Блять, ахуй знает. А кто взял? В доме. Ну я взял его, я нажал просто и все. Ну прыгни вниз, я на карман, что ли? Ну да, наверное, да. Прыгни в лаву, что ли. А он у штольца в руке, походу. Да? Что он бегает, светится. Ну вот, блядь, вот здесь вот с трамплина можно спрыгнуть, специально показывается, блядь. Чё, так сложно? Ну, сейчас подожди. Сядь в тачку, блядь, и сеть вот с толпыми всем. На нитро, блядь, желательно. Нет. Да, блядь, чё он едет-то? Не судьба, брат. Она репенится. Ты видишь вообще надо? Давайте покататься, вау. А, вот он лежит. Что-то тут такое. Вот он. Вот он, покати, покатился. Че, тупили. Он катится, видишь? Катись, катись. Как же долго. Мужик, мы тоже. Ебать, он катится. Гляньте, вы спираль. Я имею замедляйтесь. Ух! Дайте, чем мы туда скинем. Ох, ебать. Мау. You made the muscly guy happy. I
Ёбаный стыд, блин. Он прилетел со жизнью пожертвовал. Цепляем ствол. О, дроба синий кидали. Лень. Ракетный. Ракетный дробовик. 35x3. Неплохо. Так, а где техника-то была? А чё карта открывается? А, не прыгаю. Сюда. Довольно-таки неплохо. Торг. Блин. Ебать, я... Чё тут галим, это три этих самых куда-то далеко летят. Такойся. А чё они как-то вообще мне пиздец? Так, куда нам лететь? Ага. Давай, садись. Вест. Чё ко мне никто не сел? Поехал. Что? Тима гребы. А чё мне так мильно на ктыни? На нахуй, еб... Ааа, ну что ж такое? С этой машиной что-то не так. Стреляй, Тёма, стреляй по нему! Застрелялись. Виноват. Нам все равно. Вот так вот. 170 баксов мы за вас потеряли. Какая трагедия. Да вообще. Вот эту тачку спишь. Давайте мы тебе покирюки. О, у меня что-то. У меня что-то. Вы тут, пацаны? Да. Не, из игры меня выкинуло что-то. Да? Прекращена работа Borderlands. Удачи. Пей, заходи. Нет. Она вроде как и прекращена, и вроде как бы... Хер, блядь. Покидаешь команду. Че тут, Тёма? Да блять, не допрыгивает! Чё за хуйня? Потому что не... 200 баксов проебал. Садись, он с водителем поехал. Блин, спрыгивай. Плата 158. Да, блять! Что надо так делать? Я чего, тоже? А почему я не удивлен? Не надо. В другом месте. А где ты? У меня уже денег вообще не густо осталось. Нормально, я уже тысячу прибал. У меня уже за спирт 24 бакса забрался. Лазурного цвета машина синенькая. Так, вот тут, да? Давай, Фикс. Блять, что такое? Пусть Фикс попробует еще раз. Да вот тут надо. Сейчас разгонимся, нет, потому что в традициях. Экстремально на важный день. Ну давай. Вы с нее хотите прыгнуть? Тёма, взлёт! А где ж ты перепрыгивание, блядь? А вы перепрыгивали вообще в прошлый раз, нет? Нет. Я пизданул. Ну я вижу тут одну хуету. Нет, ну это, блядь, я должен сменить. Дело чести.
О, я перепрыгнул только пешком. Пешком, блядь. Не наш выбор. Пешком перепрыгнул. А, я не скажу. Так, сейчас он разгон просто побольше. А хуй там. Да вот тут Кирих вообще не реал перепрыгнуть, он прыгает. Да я думал, как бы мне разгон побольше взять. Чё, блядь? Чё за хуйня? Блядь, чё за поебень? В народном месте взорвались. Блядь, чё за бред? Я уже боюсь, блядь. Ладно, я пока полутаю тут какие-то чемоданы. Бери себе свою, короче. Перепрыгни. Так, мне нужен кислород. Пиздец, вообще что-то ехал, взорвал. Дикс, а где ты перепрыгивал? А, не скажу. Чего же ты думал? Там этот самый, типа, это трамплин такой, не трамплин, а это перепрыгивалка зеленая. Все понял. Блять, да что ж! Кирих не сдается. А я думал, ты не сдашься. А ты сдался. Ну как бы да, вот я лучше ну нахуй. Это там, по-моему, вообще нереально, офигенно сделал. Ой, пацаны какие-то ко мне идут. Фиксоида вижу. Сосите хуй! Все, пацанам порвали пуканы. А? Ну там трамплин есть. Чего? Просто да. Да. Дровы полное говно. Трамплин. Ну зелененький. Слева на зеленая эта хуета будет. Блять, я опять пиздану. Ааа, нет! Не нашел я этот зелененький. Ну там, за... второй раз прыгали, где вообще да. Нереально прыгать. Там вот есть трамплин зеленый. По левой дороге вот этот зеленый трамплин. Зеленая прыгалка. Ясно. Сейчас, значит, поищем. А, вижу, где-то головка есть, правда. Суки, подъебалово, блядь. Я на базе. Один раз надо делать. Так, чё можно толкнуть? Хочу мощнее, пожалуйста. Чё там взрывает? Чё за блядь? Так, так, что продать? Щиты мне, щитов дохрена. Голимых. Невозможно открыть меню, пишет. Открыть сундук Джейн. Кто-то, блядь. Мокси Бокси. Нифига себе, что это такое. Где что? А это щиты такие. Это хуёвые. Я нашел какой-то скин, короче. Вот, берите щиты. Так, берите, я еще не прибежал, блядь. О, они какие-то маленькие, чё они? Быстро обходят. Может, это быстро надо? Может быть. Ставьте мне. Тебя один оставили. Они почти одинаковые. Можешь их просто передать?
Щит. Если заряд на нуле высвобождается, радиус а волны. Где он? Вот тут. Вот, Кирилл. Вот. Синенький. Да, попробуем. Ой, ебать, он электрический щит. Ну да. Я не устал, не может, я крючок пойду. Не окна. Пройдите в комнату охраны. Че я там забыл-то, ёпта? В этой комнате, шмомнате. А куда вообще? Окреска показывает куда-то вообще туда. Давящий быстрый выход называется. Вы одели? Я нет. Я тоже. Я одел. Так, а мы где? А нам надо куда? Ага, нам надо туда. А чё там такое? Интересно. Так, не, тачку надо взять. Тут рядом вроде вообще. Это кажется, я уже посмотрел. Поехали. Чё, вот она, блядь, ёпт, по-моему. Я нашел. Это кажется, блядь. Да? А где она? Ладно, мы доехали. Куда? Все пешку не ходили, да? Куда? Наверх куда-то гарят. Надо типа какие-то мишени поражать. А вот они. Попасть в левый объект, попасть в правый объект. О. Это уточка. Какие-то объекты нужно попадать. Да, да вот уточка залетает. Я. Да, боевик зарешал. Теперь самое последнее. Взмой воздух, а затем обрушится с лэмом. А как с лэмом обрушится? Не знаю. Мне тоже интересно. Мне скиллы есть со самым связанным. А там камеры типа тебя снимают. Да, он там обрушится. И как со слэмом? Сейчас что такое слэм? У кого какие предположения? Можешь посмотреть на стройки. Ой, я еще куда-то улетел не в ту степь. Понятно, а как тут садиться на С? А, на С, короче, понял. На С. Ну нахуй! Нихуя себе! Деньги убивай. Деньги расходы. Научились. Бесконечная хуйня. Включить принтер какой-то. А, там. Квест это квест, блядь. Принтер какой-то, нахуй. Ой, сюда в тачку. Пизда. Тачка задымилась, прикинь, пол хп и снес. Ты жесткий пацан. Тем её добил. Ебать он, блядь, принтер нихуя не печатает. Дякую, принтер. Whatever, всё равно. Чё, это попор на картинке печатает? Всё, сейчас сдохнет. У Кирилла, у тебя такой, типа, принтер был, походу. Они его нашли, на другую планету везли. Отжали. Земля среди звезд. Всё, мы выполнили.
пиво. Я теперь постоянно буду слымить, пацаны. Да. Издыхать без кислорода, что ли? А вот кислород расходует? Я думаю, расходует. Наверное, не знаю. Возможно. А может нет. Так, а как сдать такое, что ли? Все? Ну ладно. Как... Не сильно-то хотелось. Это прекрасно, сдать Спрингс. Вообще никуда не показывает, и просто нет. Может, на другой карте? Может. Пойдем другой квест сделаем. Давай. Почему пойти в комнату охраны, это где такое? Повышала, она снижает. А, ну туда аж ехать. Ебать. Так может порталом протанусь? Ну, давай. Ну, что-то все равно показывает. Ближе отсюда. Чем ближе отсюда? Знаю, даже как туда попасть, блядь. Понятно, нихуя. Поехали потихоньку. Давно им пора вести машину, чтобы мы все в одной ездили, блядь. Заебало. Ну Викс, куда ты поехал без меня? Садись. Прикольно так сел. Да. Фирменная посадка. Так, а как туда в прошлый раз мы ездили? Так, кто помнит вообще? Как-то вот сюда. Ебать. Луна-луна-луна-ход. Не, это тупик, да? Понятно. Тёма, ебашь вот этого писюна. О. Не. Ептать. Ебаный стыд. Чё творят нелюди? А вам сюда, нет? Ну, я не сюда помню. Ебать, что это за техника тут? Нам сюда. Сейчас говорят, когда лазер используешь, воздушный купол включать надо. Какие лазеры? Ну вот у меня 6 лазеров на пушку. Так, и чё, прыгать опять? Ну, причём, что-то точило, нет, блядь, я вышел, нажал, ну. Не лань, что? Подожди, дай я проверю. Дай я проверю. Можно тут прыгать, или это просто безумие? Что здесь? Прыгай. Проверил. Спасибо, Кэп. Нормально. Смотри, как-то, блядь, неперспективный. Я решил бегать на два пола. Ну вот, можно здесь перепрыгнуть. Вот. Меня собирают по кусочкам. Сколько бабла проебал. Сколько? Тысячи, да, блядь? 195. Килотонны, блядь, просто. Килотонны денег на смарт. Да, вообще, я после этого не уважаю их. Зачем машина, если нельзя на ней ездить? Почему здесь нельзя летать, я не понимаю. Кстати, а видели там техника эта летающая была такая? Вот ёбусь это нам. Ой, подожди, кислородом подзаряжайся. Зачем тебе кислород? Забей! Дышать еще нахуй нам. А как вы туда перепрыгнули? Это секрет фирмы. Да ладно, я сам перепрыгнул. Ха-ха-ха. А чё ты спрашиваешь? Просто. Сейчас их заслэмлю. Слэм! Сириус слэм! Не дается на халяву опыт. Плюс 3 доллара дается. Полет лунного глиссера.
глиста лунного. О, я куда-то пришел, блядь, ебать. Пацаны, пацаны, ебта! Не стреляйте! Смотрели новых мстителей? Ну, в смысле, трейлер. Нет. Прикольно. Чего? Ну, типа это, новые мстители. Ну, где там Халк был и всякие такое. А, не, не смотрел. Мне пизды дают. Нет бэков. Отсыпают прямо, да? Дребает маленько. Ну-ка, попробуем на мой ствол. Все разъебу нахуй! Куда-нибудь стрелять, похуй куда, главное стрелять. Это норм. Пацан, ты не выживешь там внизу. Он не выжил. Так я сейчас и слымал его добью. Пуска. А, меня сзади пиздец. Пидор летает. Где какой? Ну нахуй! Все. Турелищ. Смотрите, пацаны, как уже прикольно. Фанится. Сработала, как должна была. Кто они там стреляют, сидят? На нахуй, ебло. Охуенный бесполезный дробовик. Надо было с энда ту хуйню брать. Сейчас буду снайперить. Кто стреляет сзади, чувак? Ой, 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 ой! А щит однако быстро восстанавливается. Сука! Мочи козлов! Там еще два чувака идут. Войны хотят. Так, короче, а тут так что надо сделать? Комнату охраны в какую-то пройти, хуй знает как. Быть. Что за комната охраны, блядь? Может там внизу где-то? Вход. Подземный. Ой, батя, стволы нашел. Ну чё у нас тут есть? Иди стволы, дайте тоже ствол. Да возьми. Вот это как хотите. А, хуйня, ладно, возьму. Продам. А мне маленький ракетомет дали. В сторону стычки. Блять, чё опять так баска? Блять, мне кислород кончился. Сосни пипищу. Так, пройти в комнату охраны. Окей, как мне пройти? Как бы взять кислороду? Я уже взял. О, вижу, вижу. Сука, пиздец какой-то. Поймай. Как пойти в библиотеку? А, наверное, надо тоже слэмнуться на нее. На что? На комнату охраны, блядь. А где комната охраны? Нет, это что-то у меня не срабатывает. Странно. Нихуя. Что подстава, хуй знает. Ты видишь это? Ты поебатень, блядь. Нервируешь меня, блядь. А, она, наверное, под не тут точно. Чё она?
Тут вот. Тут у тебя будет несколько охранных устройств. Чтобы открыть тайник, нужно отключить их все одновременно. А! Вы что, долбите, что ли? А где ты нашел вообще? Баба что-то сказала. Надо какие-то охранные устройства одновременно отключать, блядь. Оба, кислород кончился. Блять, а вот... Дарьте электричеством по камерам и сейфу 5. Пиздец. Какой какая камера, какой сейф. Какой пацан. А почему мне не делает слон? Вот, пацан, я тут ход внутрь нашел. А вот тут как раз сейф. Да. О, я сделал. А, я поднял. Типа надо ебануть, короче. А ты слышишь? Дайте электричество по камерам и сейфу. Одновременно нужно. Да, одновременно нужно. Так, ну вот это, блять, это что это такое? Этот сейф откроется. А где камера? Вот эта камера? Этих у него, блядь. А вот камеры, да? Камера сожжения. Где камера, ты видишь? Вот. Ну, я знаю, где ударить. Так. А как электричеством по ней ударить? Во! Во-во-во! Что? Какая камера, типа, отъехала? Или нет? Ну, 2 из 5. Еще можно добить. Так одновременно нужно бить. А, побить. По камере. Две камеры. А, вот еще. Ну, давай по этим еще. 0 из 5. 2 из 5. Ну, Викс, а ты тут должен прыгать. А мне что-то вообще не получается. Вот, хуй. Ну, вот, раз камера, два камера. Три. Вот три камера. Четыре. Вот раз, два, три. А, не три. Вот четвертая. Четыре, да. А где пятая? А, ну и сейф. Значит, не получается. Два. Три я вижу. Нужно по центру просто прыгать, да еще Тёма тебе. У вас нет электрошока? Есть. Что-то мне не получается. Анатолий, что-то не всегда получается. Во! А почему меня не уходит? А, вот. Ну, давайте кто-то возьмет, короче, кто-то сейф возьмет. Давай, Шурик, ты сейф возьми. А вот этот достает камеру, не? Это раз, два, три, четыре. Давайте. А где четвертая Тёма только две бьет. Вот на раз, два, три, четыре. Вот три мы сделаем. Шурик, вот это вот возьми вот. Камеру движения. Дайте, раз. Дайте. Раз, два, три. Раз, два.
Блять, у меня вообще не получается. Подождите. Я здесь стабильно две цепляю. Ну да. А нет никакого электричества, электрического ствола. Подожди. А что если здесь прыгать? Вот здесь. Где? Вот тут не всегда получается подпрыгнуть. Ты три получается, то ты, наверное, задеваешь сейф и две камеры, которые вот там. Смотри, вот здесь я одну стабильно одну. О, четыре ты сейчас был, чувак. Короче, я понял, в чем суть. Если стрелять под себя с этим щитом, он будет делать волны, короче. Давайте стреляйте под себя или гранаты кидайте. А как считать? Просто стрелять по цели. Если просто смотри, вот я сейчас стреляю с ракетницы под себя. Куда он сейчас даже? Взорвит он, наверное. Видишь, от меня сразу начинает хуячить, короче. Погоди, граната. Ебать, я чуть не разъебал сам себя. Вот 4 было, я. Делай все. Ты слышишь, ты ебанутый. О, 4 было. 4. Ну, да. Дорогой, надо по центру где-то встать, чтобы оно все задевало. Подождите. Один, вот здесь вообще 5 камер. Ну, 5 камер, там сейф. 4 камеры сейф. Вот, раз, два, 5, все. Бать, да неужели? О, я стол спиздил. Че за стол? Кажется, просто игра по нам жалилась и сказал бы хуй сам. Скользкий ковбой. Как это хуйня вообще? Как кому нужен зеленый пистолет? Я че нужен? Я мучился, блять, я пол хп себе снес этой хуйней. Ну, получи скользкий, че там, ковбой. Че название какое-то гейское? Да я его толкну сразу. Да, заразитель. Так. Гейский аппарат. Куда его идти сдавать? Куда попасть вообще, блять? Нихуя ж непонятно, блять. Теперь надо обратно шпилить. Один портал вот. Короче, так, чувак, теперь... ну пешком, да. Пешкадрала. Атмосфера детектива, подожди. Надо этот щит выключить, нахуй, больше не нужно. Да, чувствую, сразу старый продал, блядь, да тебе дурак. Чё? Старый щит продал. Ты с этим гаймом прислась. А на первый попавшийся, блядь. Так, куда мы поедем? Опять прыгать? Ну кто, блядь, хочет умереть нахуй сегодня? Кто хочет жить вечно, блядь? Нету желающих. А, нормально. Ну, нервы почти катал, да. Разъебем аппарат.
А куда ехать-то? Задание выполнено. Я ебу, чё не показывает. Может, город? В Карди, может. Вот, в Конкорде ничего не будет. Блять, когда будет 11 уровень, заебали они. Мне ствол одеть. Никогда. Аж там смотрели. Про вампиров что? Да. Я сейчас смотрю. Че-то я очкую сейчас. Ты кем очкуешь, я очкую. А чего туда собрались вообще прыгать? Нам, я хочу в город попасть. Я еще на базу поехал. Бездонная гавань. Бездонная. Пиздунная. Поэтому надо немного разогнаться. Как ты думаешь, Кирилл? Дыхпайки. 116 максимально. Наверное. Что это сделать? Сквозь пистолет. Прикольные там упыри, да? Ну да. Упыри на жидрофина. Ни хрена не ясная, как обычно. Да все пиздо, я, блядь, больше не буду прыгать от этой игры. Че, сдохли? Да, баланс. Ну вы наркоманы. Не попали туда, куда хотели? В контуре не попали, блядь, не попали. Никак, блядь, никак не попасть. Каркозы. А мы ж попадали как-то. Ну да. Нельзя. Да можно как? А как тут на В пересаживаться на другое место? Я забыл. Я за рулем. Ну, местами как-то меняться можно. О! А чуть не съехали нахуй. Да. На лапки. Так вот и надо ей попасть. Чуть не приехал. Ааа, блядь! Чуть не сдох. Чуть не считать. Зайдем, пройдемся по бульвару. По бульвару. Что это же с бомжевой привычкой начал проявлять по ящикам? По мусоркам. О! Гранаты лежат. Ручные. Ручные, дикие. Ручная работа. Вот кто ставит шкафы на улице? Там внизу, пиздец. Че внизу? Там ёма. Ух ты, ёб... А то можно спрыгнуть? Так, я в торговцу зайду. Это Джек. А где этот был, который этот улучшает? А, вон он. Talking sexy to Serena, the custom bot's favorite squeeze. Nah, that wouldn't work. Could we use that recording of the man talking to the Geisha bot? Maybe blackmail. Рассказывает, охуенная эта тема. А ты чё, не уважаешь их рассказы? Я синхуй нет. Что не пойму. Где мужик, который прокачивал скиллы? Здесь он был где-то. Нет? Там, по-моему. Ща, приду. Вернитесь. Ну, я вот, я нашел. Сейчас, где? Инвентарь. We're here to file a complaint. Your awesome Marif's been breaking the law. We have evidence. Где мужик? А, вон. Ебать, он зашкирился. Так, модификация рюкзака. О. Пиздец.
Что ты не записываешь? Такие диалоги, такие диалоги. Рюкзак качнул. Базуку продают. Я куплю. Так, джетпак я себе купил пиздатый. О. Да, точнее, дыхпак. А, Джек тут, типа? Щит. Gun in Space, торговый автомат называют. Пушки в космосе. Нихера тут базука какая-то. 640. Не какая-то, а вполне конкретно. Мне не хватит, я все купил. О, ебать, я нашел деквест дать. Неужто бабу эту ебану? Ну я весь левак послил. О, нихуя себе. Интересно, страшно. Что не с зубами, а она их не чистит, походу. Обезьяна! Не жизнь тяжелая. Бокси, пукси. А че вы убежали? Она дает какой-то планшет. Взять планшет, взял планшет. Взять плакаты. Где плакаты? Пожалуйста, отсыпьте нам килограмм два плакатов. Будет телепортироваться. О! Блять, я только купил синий. Играть пойдем, не? А ты телепортировался, что ли? Куда? Он не может без нас телепортироваться. Ого. Так не работает. Пойдемте лучше выпьем, Барри. Чего? Пойдемте лучше выпьем, Барри. Это дорого, 10 целых, блять, кристаллов. Я все свои слил. На прокачку. Че, попробовать что-нибудь выиграть? А где эти банкоматы были? А, вот они. Давай ты будешь выиграть, я буду у тебя воровать. Нет. Да. Да, это подальше, тут опасная хуйня. Май. 500 баксов, как я смогу зарядить? Опа! Чекирюху разъебет. Оп-оп. Бабло. 25 баксов. Я 85 только влил. А я украл у тебя 25. Вот. Ах ты негодяй. Ведь подзаработал на тебя, Сань. О, ляжка. Ляжка. А если 3 ляжки будет, то что будет? Рапаш какой-то. Он за проститутку выиграешь. О! Я модификатор какой-то выбил. Модификация. А, гладиатор, облик. Ты Тёма гладиатор? Да. Блять, я не знаю, как передавать, я его ничего не использую. Ну, кому-то выкинуть, нажми. Да уже поздно, я использовал его. Блять, с этим я не знаю. Наки. Это за то, что ты мне бабки своровал. Ну, тебя понял, как... Ой-ой-ой! А, нет. Чёрт. Последние бабки зарядил. Не, еще не последний. Тебе не дал спиздить. Давай, мы его блин, позад. Все. Кончилась валюта. Че там стырил? Бля, че ствол лежит, не забирают. Пойду продам стволы. Где-то магазин ближайший. А во. Итак, что продать? Вот это поебение продам. Нахуй он мешает такой. Дыхпак. Тоже у меня покруче стоит. Это ладно, оставлю.
Сколько? 470 тел. Ладно.